Два рыбака из Ханты-Мансийска ответят перед судом за незаконный улов. Расследование уголовных дел по факту браконьерства завершили следователи Уральского следственного управления на транспорте. Установлено, что мужчины рыбачили на Иртыше с помощью запрещенного орудия лова – донной сети длиною 185 метров, которую использовали, сплавляясь на малом ходу. Поймали таким образом 10 рыб, в том числе стерлядь. Мужчины не смогли предъявить правоохранителям документы, разрешающие добычу водных биоресурсов. Живую рыбу отпустили в реку, остальную изъяли. Так же, как и орудие лова, лодку и мотор. Уголовное дело в отношении ханты-мансийцев направили в суд.